Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары в своем телеграм-канале сообщает, что предоставляет компенсационную выплату на первичную установку газового счетчика для одиноко проживающих инвалидов первой группы, зарегистрированных в городе. Выплата предоставляется однократно, если с даты установки прибора учета до даты обращения с заявлением прошло не более 5 лет. Для оформления можно обратиться в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 332 16 36. В Ленинском районе продолжается акция «Коробка храбрости». Глава района Елена Бондаренко совместно с депутатами, активистами и волонтерами подготовили подарки для самых храбрых жителей района, которые сейчас вакцинируются и бесстрашно сдают анализы крови в городской поликлинике номер 3. В преддверии Нового года подарки детворе вручала Снегурочка, пишет телеграм-канал Ленинского района. 2024 год по восточному календарю – год зеленого деревянного дракона. В китайской культуре мифическое животное символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех. Позаботившись о привлечении в свою жизнь праздничного настроения, хороших новостей и удачи, жители Октябрьского района соорудили снежный символ наступающего года дракона и традиционного персонажа новогодних событий Деда Мороза между домами по улицам Лукачева 6 и Врубеля 15, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской».